Здравствуйте, здравствуйте, мужчина. Кто? Я корреспондент Пиписька Муна. Это телевидение из Алешкиного леса. Вот, это вот камера тут. Камера там вот. Вот, это я корреспондент, а это мы. Смотрите, что вы можете сказать о своем городе под названием Сосок Пиписьки? Так, Сосок Пиписьки. Ну, я изначально родился в Пензура, мать его. Изначально. Ну, хочу сказать, что мне нравится тут снимать видео на веб-камеру, которую вот можно будет дрочить. Что вы делаете, мужчина? Выходные. А, выходные? Да. Ну, я играю своим письмом по имени Дик. А у вас Small Dick или Big Dick? Small Big Dick. Хорошо. Спасибо. Так, а что вы еще можете сказать о вашем батутном центре? Ну там... Эндура! Для вас, дорогие друзья. Приходите. Волкова 0007. Квартира 355. Хочу постоим. Вот. Ну что, вы сможете сказать о батутном центре? Эндура! Ну вот. Так. Ну, говорите. У меня наушники за 900 рублей от компании Климакс. Женские. Которые вставать надо пизду. Да, давай идем. Ну что ж, спасибо за эту информацию, но нам это не нужно. Ну это, блядь. Смотрите. Это я просто смеюсь над шуткой этого дебила. Смотрите, короче, что вы думаете о этой женщине? То, что это твоя мама. Да, но моя мама другая. Почему вы микрофон? Я просто не почистил зубы. Почему вы микрофон, блядь, делаете? А так, об этой женщине думаю, что она прекрасная красавица, то, что она снималась, где-то снималась. Да, это не фотошоп. А вы знаете, что она порнозвезда? Мужчина, простите! Вот, он проснулся. Все нормально. Ну что ж, что вы можете сказать о магазине Магнит, который нам это снова... Отдайте микрофон, я вам кое-что скажу. А что вы можете сказать про порно-звезду, которая была на экране? 5 из 5 или 0 из 5? Говорите. 5 из 5. Очень хорошо. Давайте, я просто не хочу на котах. Да на катанах сидеть. Чида! Я! Так будет сказано. А ты сука, блядь! Да, чуть хуя. Стоп,
Я Ну все.